уважаемые друзья, в этом видео расскажу о некоторых новостях о Latium Coin и покажу еще раз, как выводится Latium со своего кошелька и как их обменять на биткоин. Ну что ж, приступим. Первое, что хотел бы сказать, в целях безопасности администраторы криптовалюты сделали такое нововведение, что сейчас, чтобы вывести Latium из своего бэк-офиса онлайн, вообще из бэк-офиса вывести, нужно его выводить только на кошелек, который вы скачиваете. Вот с главной страницы. Выбираете нужный вам кошелек и скачиваете его, устанавливаете. Берете, вот он, потом установится, запускаете, проходит синхронизация. И вы идете во вкладку получения монет. Копируете здесь адрес своего кошелька. И его я покажу, буду вставлять. Вот, еще одна из новостей. Часто пишут, что я не получил, у меня пропали Latium со счета и выплатят ли мне их. По поводу выплат могу вам сказать, что указываем свои транзакции. Сегодня 11 июля. И вот вчера за день я получил 2 выплаты. За один день. Сегодня только заказал, еще выплаты будут им. Думаю, завтра придут. Итак, по поводу пропавших Latium на счету. У меня такое же, то же самое случилось. И случилось это потому, что был указан не вот этот кошелек, адрес. Кошельке, а я указывал сразу же напрямую адрес биржи. И получается, за счет этих обновлений в целях борьбы с мошенничеством, чтобы сильно много не регистрировали левых адресов, левых кошельков. Вот, сделано, принято такое решение администраторами, об этом они пишут на форуме. Я вам скажу, где можно непосредственно обратиться к администраторам данной сети. Было принято у них такое решение, они пишут, что заводятся как бы именные кошельки, которые привязываются к вашему компьютеру, и теперь все выводы осуществляются только на этот кошелек. Если до этого у меня прокатывали варианты, я вот вывел 186 лат сразу же на биржу, то есть обходя вот этот кошелек, то сейчас это не прокатывает. Вот эти 65 у меня пропали, не зачислены были. Также еще одна новость, что если человек регистрируется по вашей ссылке и он не устанавливает себе на компьютер этот кошелек, 5 бесплатных лат вы не получаете. И еще, почему вот были не засчитаны некоторые латы, они были списаны со счета, это потому, что был перерасчет. И те рефералы, которые у вас были, и они не установили этот кошелек себе на компьютер, просто у вас списались эти латы, пропали со счета. Это те вопросы, я отвечаю на которые мне там писали больше всего. Вот, кстати, вопросы можете писать под этим видео. И еще я сделал группу ВКонтакте. Вот она называется Latium Bitcoin, заработок без вложений. Заходите, пишите здесь мне тоже свои вопросы. Идем дальше. Теперь, как же выводится? Для этого найдем свой кошелек, копируем свой адрес. Идем во вкладку отчеты, выплаты мне. И жмем вот сюда. Вставляем сюда свой кошелек, который вы берете, повторюсь еще раз, вот здесь. После этого
вы снова идете в выплаты мне. И жмете заказать выплату. Все, светится зелененьким. Ваш запрос обрабатывается. После того, пройдет там какое-то время, у вас здесь в бумажнике появится плюс 5 лат. После этого вы идете на биржу CoinSwap. Ссылка будет под видео на ней. Регистрируйте здесь. Нажмете вот сюда. Регистрация. Регистрация простая. Здесь регистрируйтесь. Я захожу из списка всех криптовалют. Выбирайте нужную нам лат. Видим динамику торгов. Здесь слева баланс биткоин. Здесь баланс ватю. Смотрите, если вы хотите быстро продать, если вы хотите быстро продать свои лат, вы можете вот в данный момент покупать по 19610 сатоши. То есть вы ставите сумму там чуть меньше, чем вот это, и ваш ордер будет первым. Запросе. Если же вы хотите купить на этой бирже лат, то вы смотрите в эту колоночку и можете купить в данный момент за 23 тысячи. Но я вам не рекомендую этого делать, потому что не рекомендую продавать биржу. Потому что мы, как пользователи и обладатели да, этой криптовалюты, мы сами влияем на динамику этого рынка. Не спешите быстро сливать эту валюту. То есть бывало, что я продавал по 50 тысяч сатоши и за 40 тысяч продавал. Можно выждать этот момент, а не просто сразу получил и быстро скинул. То есть если все начнут ставить здесь цену 40 тысяч, 30 тысяч, там 50 тысяч, то те, кто ставят меньше цену, у них быстро продадут, и все равно люди начнут покупать ее по за другую стоимость. То есть имеет смысл там пропустить кого-то вперед, чтобы они купили, продали свои быстро, все равно очередь подвинется до нас. И таким образом мы будем влиять на стоимость. Если сначала поднимем цену до 50 тысяч, то потом сможем поднять ее таким образом до 100 тысяч. Как же вывести отсюда? После того, как вы продадите, у вас есть вкладка «Баланс» здесь. Здесь же у вас появится, вы опускаете «Сдалат», у вас будет вот такая черненькая кнопочка «Заказать адрес». Вы жмете на нее, и у вас сгенерируется здесь свой адрес. Для начала сюда нужно перевести «Латиум», чтобы его продавать. Для этого вы после того, как сгенерировали здесь свой адрес, вы его копируете. Идете в свой кошелек. Отправка монет. Вставляете сюда свой код. Вводите сумму, которую хотите отправить. Там, не знаю, 5, 10, 100, сколько вам удобно. Жмете отправить. Отправляете. Проходит там какое-то время. У вас здесь высветится, что идет подтверждение, вы сможете следить, как эта сумма к вам движется, сколько там подтверждений прошло. После того, как все подтверждения прошли, здесь появится ваша сумма. После этого вы ее продаете во вкладке ВАТ. Повторюсь еще раз. Переходите сюда. Не спеша продаете ее. Давайте поднимать стоимость этой валюты. Вот. После того, как вы ее продали, вы идете во вкладку «Вывод». Вот здесь у вас появится сумма.
Нет, вы же вводите биткоин. Точно. Биткоин. У вас появится вот здесь сумма. Вы вас продали, у вас появилась сумма в биткоине. Вы жмете на кнопку вывести. Сюда вставляете адрес кошелька, на который хотите вывести. Здесь пишете сумму, сколько вы хотите вывести. Жмете «Отправить». После этого вам придет на ваш электронный адрес подтверждение, ссылка, чтобы подтвердить эту транзакцию. Вы переходите по этой ссылке, и отправляется эта сумма вам на кошелек на то, что вы хотите вывести. Все, в принципе, ничего сложного нет. Нужно сделать это 1-2 раза, и вы все поймете. Теперь по поводу того, как связаться с администрацией сайта. Здесь нет обратной связи на сайте, но с ними можно переписываться. Есть форум bitcointalk.org. Здесь заведена тема Latium. В этой теме вот ник Latium. Это представители данной криптовалюты. Форум полностью на английском языке, общается у меня здесь на английском языке. Здесь идет переписка. Можно задавать вопросы, почитать, что происходит сейчас. Кто не знает английского, может воспользоваться переводчиком. Здесь происходит общение с администрацией сайта криптовалюты. Вот, еще один момент, довольно-таки важный. Это то, что когда у вас сумма есть приличная, или хотя бы более-менее приличная, на кошельке, и он у вас включенный, у вас идет аккумуляция ваших средств. Видите, процентик такой значок. То есть вчера я на ночь оставил включенный в свой кошелек, и у меня была сумма 135 лат на счету. На эту сумму мне набежал процент. Вот такой вот. Пусть небольшой, но чем больше у вас сумма, тем больше у вас будет здесь процент накапливаться. Вот так. Еще раз повторюсь. Добавляйтесь в группу, спрашивайте здесь, пишите мне. Будем общаться с вами и продвигать совместно эту валюту. В данный момент я начинаю работать для своих рефералов. И чтобы их определить, как видите, у меня их довольно много, и я заинтересован в развитии данной криптовалюты. И я думаю, что сейчас я сделаю такой интересный лендинг-пейдж. О, прям сейчас, видите, начислено 48 лат мне. Прям в прямом эфире. Не подтверждено. В данный момент пробито мне сейчас подтверждение, и я их получу на счет. Так вот, количество рефералов, как видите, в сети растет, и нужно, чтобы это все продвигалось. Для этого добавляйтесь в группу, пишите, регистрируйтесь по моей ссылке, я вам буду давать маркетинговые материалы, лендинг-пейдж с красивым видео, готовый, в котором вы сможете рекламировать их где-то и привлекать все больше и больше новых участников в сети. В общем, так. Если видео полезно было для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, пишите мне, давайте общаться и совместно продвигать эту валюту. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.